горьких сомнений, тайна продления. Звуки оркестра слышны в театральном сквере. Это словно настраивает всех прохожих на осенний лад. Нет, вовсе не на унылую пору, а на время искусства и творчества. Ведь Щелковский театр открывает свой 11-й сезон. Новый сезон, новый спектакль. Для Щелковского театра это добрая традиция. В новом сезоне он встречает зрителей премьерой спектаклем «Страсти по любви» по произведениям Антона Павловича Чехова. Вечная классика, то, что вне времени. В основе два рассказа Чехова «Медведь» и «Предложение. Страсти по любви. Легкая комедия». Режиссер Светлана Погодина выбрала именно этот жанр не случайно. Надо дать людям возможность прийти и подумать, и заразиться этой темой, ну и посмеяться, отдохнуть. Потому что нам всем сейчас не очень просто. Театрально-концертный центр «Щелковский театр» уже несколько лет участвует в федеральном проекте «Театры малых городов». Это дает возможность воплотить творческие идеи в жизнь, создать новые интересные постановки. Огромные возможности. Благодаря этому проекту мы в нем с 2016 года. В нашем репертуаре более 12 спектаклей, то есть ежегодно мы пополняем наш репертуар. Это дает возможность развития материально-технической базы учреждения. Каждая наша премьера – это целое большое событие, это огромный корабль, огромный механизм, который должен заработать, чтобы все состоялось. Эмоции сидящих в зале – доказательство того, что премьера прошла с успехом. На овации зритель не скупился. Театр мы любим уже давно, это мой родной, можно сказать, мой округ. Я здесь всегда с ними провожу и вечера, и дневные, и будни. Здорово все. Очень радостно, что в нашем городе есть такое потрясающее место, как данный театр, что нам, жителям, есть куда пойти в выходные и провести свой досуг. Замечательно, что русские писатели, творчество русских писателей лежит в основе произведений, ну и, наверное, так и лучше и для молодежи, и для нас, и помнить наше русское наследие культурное, и соединять книгу и театр. С удовольствием сегодня здесь, с удовольствием хочется окунуться вот в эту атмосферу театральную. Атмосфера искусства охватила каждого, кто стал гостем театрально-концертного центра. Помимо ярких эмоций и впечатлений от спектакля, зрители смогли унести с собой что-то, что будет напоминать об этом вечере – открытку ручной работы или шарж. Такие теплые и оригинальные приемы в театре – уже его традиция, как и радовать гостей из года в год новыми постановками. В этом сезоне зрителя как юного, так и взрослого ожидает 5 премьер. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.